30 холстов. На каждом из них участники конкурса изобразили автомобили всемирно известных и популярных брендов Kia, Hyundai и Volkswagen. И надо сказать, юные нефтекамские художники проявили богатую фантазию и настоящий талант. Горные вершины, узкие европейские улочки, просторные автотрассы и даже космическое пространство. Современному автомобилю везде есть место. И без того безупречные автомобили брендов Kia, Hyundai и Volkswagen заиграли на холстах детей совершенно новыми линиями и красками. В технике масляная живопись дети должны были нарисовать свою картину «Автомобильный мир». Вот. Надо было изобразить три модели машин – Volkswagen, Kia и Hyundai. Вот. Мы представили сегодня по 10 работ на данную тему. Дети некоторые впервые работали данной технике. Возраст участников от 12 до 16 лет. Работы были представлены. Вот сегодня идет красивая выставка в салоне Volkswagen. Конкурс рисунков «Автомобильный мир» – это первый совместный проект детской художественной школы и группы компании «Мир». Главная цель творческого соревнования – это вовлечение детей в мир искусства, эстетическое воспитание и знакомство с автомобильным миром. Работы ребят настолько поразили своей техникой исполнения и творческим подходом, что члены жюри решили выделить некоторых авторов в отдельные номинации. Я изобразила ретро-машину Volkswagen 59-го года. Меня вдохновило старые фильмы. Мне очень понравилось работать в этих цветах. Я изобразила семью, которая первый раз купила автомобиль. Они праздновали свою покупку. И в конкурсе мне очень понравилось участвовать, потому что это первый конкурс, где давали денежный приз в Нефтекамске. И я очень благодарна этому конкурсу за такую возможность. И я рада, что я выиграла. Подведение итогов конкурса прошло в автосалоне Volkswagen, куда были приглашены все участники, а также их преподаватели. Без положительных эмоций и приятных сюрпризов не остался никто. Авторы самых ярких и оригинальных работ получили денежные призы от официальных дилеров Kia, Hyundai и Volkswagen в Нефтекамске. Большое спасибо кураторам конкурса Айдару Фаатовичу, всем участникам конкурса. Как видите, экспозиция состоялась, все работы нам очень понравились. Мы планируем этот конкурс сделать традиционным.